Юрий Олеша. Три толстяка. Эта страна была поистине прекрасна. Это была страна трех толстяков. Они были богаче всех. И лишь одно не давало им покоя. У толстяков не было наследника. Детей разлучили. Мальчик остался во дворце с куклой. А мальчику начали внушать, что сердце у него железное. И народ стал подниматься на борьбу. Доктор Гаспар Арнери был ученый. Пожалуй, он изучил около 100 наук. Неслись гвардейцы трех толстяков. И вдруг доктор увидел, на площади появились гвардейцы, которые уже взобрались на крышу. Но пули пролетали мимо.